Сейчас я буду спинку делать педами мои. Так правильно, сегодня третий массаж она получает в своей жизни. Вот то, что я сделал, вот воротниковую. Теперь также, вот сейчас я сделал обычную, традиционную массаж, без масла. Она, видите, розынка, подготовил я ее уже. Можем вот так же делать и вот силиконовой банкой. Для нее это маловато. Вот у меня покрупнее банка есть. Я поехал. Вот вдоль по дону, пару вертебральных зон прохожу я. И потом по ходу ребрышек. Вот у женщины обычно вот здесь скопление его, да? Вот талия у нее уже. И вот плюшки вот здесь. Но надо грудную клетку по ходу ребер делать так. О! Вот. Это болеватого поясничка. Вот плюшки ее здесь. Талия будет, как у пчелы Майя. Вот. Чуть ослаблю ее лаком. Вот крестец ей. На кресте. Жир очень любит на кресте собираться. Вот настоят бесформенность. Поэтому за телом надо сидеть, чтобы тело было красивое. Вот эти манекенщицы, смотрите, они все такие красивые. Они все здоровые, из них больных нет там. Ну, достаточно. Теперь я чухлю, вот за 30 лет практики, да? Вот после банок, да, вернее, банки надо делать всегда. Сначала банки, а потом обязательно лимфодренажный массаж. Банка свое святое дело сделала, она отодрала все оттуда, да. А потом мы уже начинаем растирать, вот, да, все. Мы разгоняем это все. И человеку легче становится сразу. Вот. Смотрите, она сразу, это вот, где темные были пятна, они... бледнеет. Вот. Вот. Обязательно, после того, как банками сделать, обязательно надо лимфодренажный потом делать. Вот так, выгонять все. Лимфодренажный, это что-то такое, вот, работаете, и все, вы вгоняете все в лимфососуд, весь то, что мы сейчас натворили банки и продали. Все. Человеку легче станет. Потому что гематомки получаются после банок, когда все выгнал, они давят. Вот у нее правая сторона. И шея, все, когда-то ее продуло. Давно очень. И потом... в год по миллиметру, отек, 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 растет, растет. Вот я. Вот.
Мой, вот это, ласточка, как на лыжах, да? Видите, где у меня триггерные места, вот здесь пятна такие, ничего. Все это пройдет. Вместе с болезнью, вместе с недугом, вместе с этим жировым отеком, вместе с панцирем этим черепашьим, все уйдет с человека. Останется красивое тело, здоровое тело останется. Вот как. Вот. А, сейчас я... Так, я руки не дотру еще. Вот так, значит, поднял, руки туда. Будут свисать, все мышцы натянуты. А так мышцы слабенькие. Вот я добавляю вот эту холку. Все минимализирую. Трапеция поперечная. Вот прям по вертебральным канавкам вот этим. Слева от остистых отростков я прям туда. Это единственный момент, где я против оттока крови работаю. Вот я вот этим основанием локтевой кости, концом убираю. О! Так. Крышка на стульчик. Удобно? О, и пошел я теперь. Работаю елочкой. Вот. Те синяки, которые я и она, ну, создал, я их сам же все разгоню. Вот. Вот это я так, шутя, ласково называю афродитизация. Когда женщина вытачивает фигуры, изваиваю. Любую женщину можно изваять. Ведь в 17-18 лет все были фигурки красивые. Ну, жизнь так сложилась, роды, ну, это, забота, и заплывают. Вот плюшки, самые, да, вот плюшки, когда зарастает эта талия, исчезает. Вот сейчас мы будем ее возрождать. Да, это больно, но зато полезно. Вот, крестец вот так взял и туда вот. Вот как раз задняя кость правая. Сразу здесь такая ямочка получается красивая. Ну, у женщины красиво, когда поясница прогнута туда. Вот. Вот здесь у нее правая сторона, да. Вы расслабьтесь. Более долго. Ничего, ничего. Она за два массажа похорошела. Сегодня только третий. А потом посмотрите, когда она после 10-го я ее покажу. Массажа. Mm-hmm.
Нам болевато. Плюшки эти окаянные. Талию все обхватили, наросли. Плюшки это уже больное тело. Так, сейчас и бока поизваиваем. О, уже как у меня, вот, расслабься, расслабься. Видите, как у меня лопаточка стала. Но еще вот здесь есть вот это, что я из чего убираю. Вот эти вот жизненные проклятые соцнакопления здесь. Вот. Вот я вот так беру туда-сюда, туда-сюда. Это пароконцевые. Вот их парокруговые называют. Вот. Талию я делаю. Сделаем так, 90, 60, 90. Кстати, из нее вот такая получится. Видно, да, что она корчится, да? Вот такой должен массаж. Если можно сделать, гладить, это гладиаторы они гладят. Тогда не будет ее. Будет ходить приятно, сладко, нежно, засыпать. Но будет как матрешка все время. А так будет Афродита. Вот, сейчас правую лопаточку. Вот, расслабься, расслабься, не надо. Видишь, у них просто страх. Расслабься вот. Вот. Вот, видали? Первый день я даже не пытался, ничего не получалось. Особенно тяжело работать, когда приходят женщины, как матрешки. Вот, там работа. Ну, не то. Хотят пока. Вот. Талия. Мы будем ангельскую талию сейчас делать. Вот как надо с женщинами общаться. Вот. Вот. Видите, какая она сразу покрасивела и поздоровела. Ай, тебя такое. О, вот я его вот сегодня запомнил. Третий массаж. На 10-м массаж я ее покажу. Посмотрите, что с ней станет. Это надо приятное тоже дать. Пальцы растопырим и так по ходу ребер погладим ее. Ага. Ну вот, пожалуйста, изваяние с помощью вакуумного массажа. Вот. Ну, я предпочитаю вот эти вот зверь-машины, механические банки. Их можно приобрести. Вот. Эффект на лицо. Вот, через несколько массажей все это увидите.